Давай украсим. Сейчас мы будем немножко играть в Wii U. Это такая приставка, но я не знаю, она не популярна у нас в России. Конечно. Ну, в принципе, у нас есть Wii U, и мы можем поиграть. У нас есть Yoshi. Так, они бегают. Они немножко тормозят. Так, а сейчас... А он здесь бегает. Вот на этой надо тыкать. Сейчас я настрою. Вот так о, вроде смотрите, бы должен. Вот так должно быть видно. Карин, немножко осталось совсем до аниме. Совсем немножко. На, Ваня, играй. Ты, Кать, тоже можешь играть. Но только смотреть тебе надо вот так вот. Ты можешь, Ваня, вот так сесть прям. Не надо сейчас смотреть на меня. А Катя может смотреть вот туда. А вот, я какой, вот сюда я смотреть. Какой, розовый или такой? А не знаю, вы определитесь какой. А я зеленый. А я пока нарисую Йоши. У меня есть фломастер. Я рисую стандартным как бы разрисовкой. Йоши, ну он, мне кажется, он тоже новогодний. Он тоже интересный. Сейчас я его нарисую. Я много раз рисовал Йоши для своего сына Ромы. Ваня играет сейчас, вот он, видно, как он сейчас играет, а я сейчас буду рисовать. Надеюсь, у меня получится хорошо и вам понравится. Мне кажется, игры, они полезные, но не настолько много, когда вот сейчас дети очень сильно очень... Я тоже люблю игры, очень много играю тоже. Ну, не так много, как... Кто зависает? А ты на стрим не смотри. Я же тебе сказал, ты смотри туда, потому что здесь задержка у меня сегодня так получилось, что задержка идет. Пока что так. Йоши. И он зеленый. Это дракончик, который очень веселый. Он обычно помогает Марио. Он помогает там сражаться с обезьянами, еще что-то делать. Ну, в общем, веселый. А есть целая игра Йоши. И вот сейчас я играю в... Они играют в Йоши, который называется «Шерстяной мир», кажется, игра называется, так? «Шерстяной мир». И они там играют, веселятся, там можно... Все сделано из ниток и из спиц. Можно играть, 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 и весело очень получается. Так, здесь у него попка, наверное, будет вот так. Попка. Такой вот толстопузый. Ножки. Не знаете, как залезть, а я знаю. Давайте покажу. Надо так сделать, смотри. На вроде как зажимать же. Стоп, это... Вот эту кнопку, видишь, вот ты прыгаешь, ты взяла патроны, да? Сейчас раз, сюда встал. Теперь надо А нажимать и вот так целиться. Вот так целиться, а теперь бах. Вспомнила. Теперь в другую сторону. Раз. Ну, дальше ты справишься, давай. Я им немножко помог, они не умеют в эту игру играть. Она кажется детская, но если поиграть подольше, вы поймете, что она ни капельки не детская, а даже очень взрослая. И сейчас, и вы поймете, что довольно сложно в нее играть, уже там через минут 20 там получится интересно и даже забавно. И, в общем-то, мы играем с ребятами, с моими. Им по 3-4 года, они очень любят Йоши. Детское такое развлечение. Ну, мы играем. Такой толстопуз у меня Йоши получается. Ну, наверное, он такой есть в жизни. У него такой толстый пузо. Здесь у него ручка. Вы любите играть на Новый год в игры? Я люблю. Ты, наверное, всегда любишь играть в игры, да, Катя? У меня на Xbox One просто там вообще много. Много игр? А я люблю играть в игры, знаешь, старинные, которые вот, помнишь, танчики мы играли в Черепашки-ниндзя? Да. Черепашки-ниндзя классные, да? Сейчас вы можете оценить, насколько интересное там вот все происходящее, что там такое веселое-веселое. А я пока уже как бы пока закончу. Минут 10 мы будем рисовать такую штуку. Давай. А его можно съесть, кстати. Съесть можешь. Съесть его и вести с собой. А? Ели? Можно друг друга съесть и как бы так плеваться. Вот Рома с Павликом любят съесть и плеваться потом друг друга. Плюй меня, плюй. Нет, не плюну. Помогать друг другу таким образом. Так. Еще немножко осталось. Не хавай меня. Не хавай. Вань, что-нибудь расскажи. На что рассказать? Что ты думаешь про такую игру веселую?
Я как бы советую, что нам уже пишут, например, вы перестали читать, Кать, ты должна читать, а ты играешь в игру. Интереснее читать или играть? Играть интереснее, конечно. Такой ёж, сейчас я его раскрашу. Раскрашивать я буду, наверное, масляной пастелью, потому что это легче. Янечка, рождайся. Ну, что-то тишина такая. Вань, расскажи, ну, что-нибудь. Я не могу ничего. Ну ты же играешь в детскую игру совсем легкую. Ты можешь в это время еще поболтать. Это, ну, соображать во время игры. Ну поболтай, расскажи мне что-нибудь. Я, если только это... Ну это не настолько... Трудная игра? Нет. Легкая? Потому что там легкие да. режимы. Вот этот закидывай. Да. Пауч. К тебе. Отлично. Спасибо. Ко мне. Чем я рисую? Я рисую масляной пастелью, я думаю, все знают, но все-таки я каждый раз это говорю, потому что многие не знают, к примеру, и потом начинают спрашивать, чем ты рисуешь, а где купить пастель. Очень часто спрашивают, какой пастелью конкретно я рисую. Я никогда не отвечаю, потому что у меня пастель всегда разная, и пока что ни один производитель мне не платит. И, собственно, приходится самому ее покупать за деньги. Я не могу вам ее сказать, вот это лучше пастель, вот это хуже. Просто она хорошая, вся пастель. Мне кажется, они все хорошие. Самая лучшая, я думаю, пастель, которая свежая. Иногда, когда вы долго не рисуете пастель, она начинает засыхать через какое-то время. Например, полгода вы не рисуете пастель, она начинает засыхать. И это немножко потом, ну, плохо получается, что вы там думаете, что это плохая пастель, она вначале была хорошая, а потом она подсохла. И уже стала такой как толстый-толстый слой мелка, такого староватого. И тоже плохо смешивается. Вот сейчас, например, пастель очень мягкая, свежая. Я рисую, она смешивается, например, по синему, зеленым получается, красным там, и так далее. Такой ёшин, что я еще нарисую. Ну, наверное, уже и все. Нарисую ему тень, и вот он идет такой, он веселый. Очень мне нравится ёши. Вы прошли первый уровень, ребят. Все, ставьте на паузу. Гол забили. Я тоже закончил тем временем. Ну что, тебе понравилось, Вань? Ты знаешь, меня то, что я не очень-то с такими... Ну, потому ты вот Лего не играешь, потому что это уже для детей, да? Нет, я Лего просто не играю за того, что... А ты принес нам Лего старый? Нет. Почему? Я забыл. Ты обещал, Вань. Да, я обещал принести, но... Старый Лего, мы бы еще побольше играли. Звук выключи его, Кать, пока. Ага. Чтоб тебя не слышно было. Пока почитай, что пишут, Вань. Почитать? Ну да, так. Почитай, что пишут. Не 9, нарисуйте ЛПС, ПЖ, кошку или пёсика. Типа пёсика мы рисовали в начале. На сколько лет Кате, читайте комменты, сколько лет Кате, нарисуйте бешамот Тен. Пожалуйста, монетки мне при... пометки мне примет, нарисуйте темного дворецкого. Ну, в общем-то, в основном просят кого-то нарисовать. Почему-то сами не рисуют, а просят. Ну, вот такой ёж у нас получился. Потому что они думают, что у них... Но сегодня, как бы, гейм-теорию, тему мы подняли и как бы старались рисовать. Что? Ну, пока что нет, Кать. Может быть, завтра к тебе буду присылать много. Сегодня, видать, вечером мало присылают. Вот прям нету, никто не присылает. Я как бы жду, но никого нету. Я показываю работу, если вы присылаете в группу ВК. Присылайте свои рисунки, которые вы рисуете со мной. Мы вместе с вами смотрим их и обсуждаем.